Автор, да помилует его Аллах, сказал: «Мы не делаем обязательным для праведных рай, кроме тех, кому поручился за это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Также мы не делаем обязательным для грешных ад. Это по причине того, что никто не может быть осведомленным о полноценности имана, кроме того, кому не спосылается откровение. Потому что иман — это слово, дело и намерение. Мы можем быть осведомлены во внешнем проявлении, однако мы не можем быть осведомлены о скрытом. Может случиться так, что он был лицемером, а мы будем свидетельствовать о нем раем, в то время как мы не видели в нем проявления имана, кроме как внешне. Однако можно только желать ему рай. И это из тех вещей, в которых нет проблем. И не дозволено свидетельство о ком-либо раем или адом, кроме как о том, о ком засвидетельствовал Аллах и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Как, например, положение Иблиса, Фараона, Абу-Лахаба, Хаммана, Каруна и других, которых Аллах упомянул в своей книге. Или то, что пришло от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в отношении тех людей, о которых Аллах засвидетельствовал.